Так, мы сейчас сидим в родном парке. Эта сволочь мне сломала камеру. Она разрядилась. Потом уже. Она разрядилась. Потом уже. Что вы сегодня планируете делать? Изначально я хотела подходить к людям с вот этой бумажкой. Типа предлагать, давайте сыграем. Ну, и там должно выпустим определенное действие. К примеру, вот, допустим, там он сказал какую-то цифру дважды. Два. И тут сделаю шпагат. Может, на морожку накоплю. Ясно. Ну что ж, мы идем троллить людей. Пожалуйста, помилуйте. Мне приходится снести это мороженое. У меня такое чувство, что мы застряли в 2013 году, что мы просто ходим с телефоном и снимаем то, что вокруг. Потому что кое-кто сломал мою камеру. Нет, все равно ситуация связана с тем, что мы ходим снимаем, а не с тем, что чем мы снимаем. До сих пор для блогеров. Сейчас все перешли на другие платформы, более... Ты иди. Ну ладно. А если кратко, платформы, которые занимают меньше время у людей. TikTok. Да. А не ту. И которые можно получить информацию. Проблема в том, что на этой площадке гуляют только дети. Да. Ты меня сюда специально потащила. Да. Чтобы к детям приставать. Да. И решила нас тут сколько тут. Нет. Я думала, я буду искать красивых одиночных. Одиноких. Одиночных. Да. Ну ладно. Стасик против, Стасик против. Почему вы там сидели? Потому что ты ебла. Ну, эй! В общем, Соня споткнулась тут. Мы все еще идем в парк. И мы все еще не сняли до конца видео. Потому что я не знаю, что делать. И она не знает. Я знаю. Ты не знаешь, что делать со своей жизнью вообще, как и все. Что? Да. Я ж понимаю, если мы сейчас вот туда к ним подойдем, то она даже и камеру туда не поворачивает. Да. Снимай. Вот на тех людей она все равно не нацелится. Выгляди камеру. Да, я понимаю. Нет. Хотите подрать? Я знаю, я сама умею делать. Давай. Цифра. Не, я делаю с микробами. Я рисовала микробы, типа, вообще, и потом... О, самое время на коронавирус. Да-да-да. Давай, цифра. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 или 4? 4. Окей. Обними меня. Самое время на коронавирус, конечно. Хорошего дня. Вам хорошего дня. Добрый день, хотите сыграть? Добрый день, хотите сыграть? Добрый день, хотите сыграть? Все отказались, Сонь. Я в следующий раз придумаю что-то поинтереснее. Сонь, смирись. Смирись. Смотри, там девушка стоит, давай его. Откажет. Попробуем. Говорю же. Я сказала, попробуем. Да, пацан? Нет. Хорошо. Ладно, Сонь, пока.